учитель географии по образованию, инженер по профессии и гид по призванию. Оксана Соболевская работает экскурсоводом на Камчатке 6-й год и может рассказать обо всем. Исторических событиях, флоре, фауне, выдающихся личностях. Но ее любимая тема – вулканы. Ведь о них инженер-геофизик знает все. Человеку, который сюда приезжает вообще в принципе посмотреть на вулкан, его так над этим горелым заинтересовать, чтобы он понял, что это вообще счастье. Это величайшее вообще счастье – попасть на вершину вулкана Горелый и увидеть там не просто два кратерных озера, а настоящие кратерные озера, которые одно вот с такой интересной историей, другое вот с такой интересной историей. А посмотрите, что у нас еще вокруг этого вулкана Горелого, как это все формировалось, какие тектонические, какие вулканические силы здесь работали. Прочувствуйте историю, там, энергетику этого места. Вот это моя работа. Благодаря своим фундаментальным знаниям и мастерству рассказчика, Оксана смогла влюбить в край вулканов огромное число туристов. Среди ее поклонников – жители разных регионов России и множество стран мира. Особенно хочется отметить экскурсовода Оксану. Из ее рассказов мы узнали очень много интересного и полезного о Камчатке, о вулканах, растениях, животном мире. Оксана очень увлеченный и любящий свой край человек. Оксана Соболевская – профессиональный вулканолог. Она так увлекательно рассказывала, что если бы начать жизнь сначала, я бы в вулканологи пошла бы. С юмором, легко и непринужденно Оксана вложила в наши головы знания, а в сердца – любовь к Камчатке. Мастерство Оксаны как экскурсовода было отмечено на конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма». Она победила в региональных испытаниях и теперь представит Камчатку в федеральном этапе. Качественный прорыв в любой отрасли невозможен без квалифицированных кадров, профессионалов своего дела. Наш конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма» как раз и нацелен на то, чтобы повысить уровень квалификаций, уровень компетенции специалистов сферы туризма, повысить престиж отрасли и привлечь молодежь. Сейчас Оксана готовится побороться за звание лучшего гида России. И эксперты туристической отрасли уверены, ее шансы на победу высоки. Мария Нетребенко, Александр Радченко и Дмитрий Кузнецов. Информационное агентство «Камчатка». Да. Кто хочет повторить сам на здоровье?